Всем привет, добро пожаловать на канал ВТНТ, с вами как всегда я, Владимир Тишевский, и перед вами два смартфона, это Samsung Galaxy A70 и Samsung Galaxy A9 2018 года. Я хотел бы сделать небольшое сравнение по той причине, что оба смартфона в моей стране, где я живу, стоят одинаковых денег, совершенно одинаковых, это 12 999 гривен, поэтому я вижу смысл сравнить их, и наверняка некоторые люди задаются вопросами, стоит ли покупать A9 или A70. 70 и какой из них лучше. Давайте немного сравним их внешне. Оба смартфона выглядят достаточно симпатично. По дизайну они очень похожи, поэтому это уже вопрос таких, знаете, личных предпочтений. Но вот когда поворачиваешь уже смартфон лицевой частью, то сразу бросается в глаза то, что у Galaxy A9 снизу такая рамочка подбородочек, и сверху у Galaxy A70 такого нет. И поэтому, конечно, A70 интересный. Несмотря на то, что Galaxy A70 совсем на чуть-чуть выше, экран у него существенно больше. 6,3 дюйма против 6,7 дюйма. Получается так, что полезной площади экрана больше у Galaxy A70. Оба экрана Super AMOLED с поддержкой Always On Display. Что касается еще некоторых фишек, лоточек для сим-карт находится в верхней части у A9, у A70 находится слева. Оба лотка на 2 нано сим-карты плюс карты памяти, и есть возможность апгрейдить до терабайта памяти, несмотря на то, что здесь оба смартфона по 128 гигов встроенной памяти. Также следующий момент, который также бросается в глаза, вы можете заметить, что у Galaxy A9 аж 4 основные камеры, у Galaxy A70 3 основные камеры. Фронтальные камеры по одной, что у A9, что у A70. Что касается софтверной части, то оба смартфона работают на Android 9, но версия One UI на A70 идет 1.1, а на A9 идет 1.0. И в этом есть небольшая разница, и даже в некоторых моментах по иконкам можно заметить. И, допустим, в A9 можно делать горизонтальное положение, а, к сожалению, в A70 никак нельзя, и даже если вы блокируете, разблокируете, ну вот вообще никак нельзя выставить, чтобы рабочий стол поворачивался. Возможно, кому-то это актуально, возможно, это вообще не актуально, но тем не менее сам факт я сказал. Также оба смартфона имеют ночной режим, детский режим, Dolby Atmos, это улучшение звука в наушниках, также это такой есть режим, режимы ультра энергосбережения, также режим фильтра синего, ну фонарики, и поддерживают Wi-Fi 5 ГГц. Это такие вот важные моменты, связанные с этими двумя смартфонами. Также я бы отметил, что оба смартфона имеют Bluetooth 5.0. Также есть FM-радио, USB Type-C порты, разъемы для наушников. В нижней части динамики. Что касается Type-C, то это USB Type-C 2.0, то есть это низкоскоростной, к сожалению, но тем не менее есть как есть. Дальше, что касается аккумуляторов. У Galaxy A9 3800 мАч аккумулятор, у Galaxy A70 4500 аккумулятор. По быстрой зарядке 18 Вт поддерживает Galaxy A9 и 25 Вт зарядку поддерживает Galaxy A70. Теперь что касается производительности. У смартфонов разные процессоры. У Galaxy A9 стоит процессор Qualcomm Snapdragon 660. Этот процессор, например, установлен в Xiaomi Redmi Note 7 или Xiaomi Mi A2. То есть, в принципе, процессор неплохой, но как для такого ценового сегмента процессор достаточно слабый. Что касается A70, то здесь стоит процессор Qualcomm Snapdragon 675. Здесь не указано, видите, о процессоре. Ну, я знаю, графический чип уже 612, то есть здесь Adreno 512, тут 612. А разрешение экрана 2400 на 1080, здесь 2220 на 1080. Но плотность пикселей практически одинаковая за счет того, что у A70 более вытянутый экран. Что касается камер, то на A9 стоит 24 мегапикселя, 10 мегапикселей, 8 и 5 мегапикселей камера. На A70 стоит 32, 8 и 5 мегапикселей.
телекамер. Отличие заключается в том, что у А9 есть дабл зум камера, то есть 2x без потери качества. Но сама камера 2x, честно говоря, качество не очень хорошего, поэтому толку от этого я не вижу. Оба аппарата имеют по 6 гигабайт оперативной памяти и по 128 гигабайт постоянной памяти, как я и говорил, что есть возможность расширить память. Что касается фронталки, то на А70 стоит 32-мегапиксельная фронталка, на А9 24-мегапиксельная фронталка. Кстати, я сделал тестовые видео и фото на тот смартфон, так что сейчас предлагаю вам ознакомиться с фотографиями и разницу фото и видео в возможностях данных девайсов. Камеру Samsung Galaxy A70 и Galaxy A9, сравнительное такое вот видео, и давайте смотреть, как вам качество. Это пока что в помещении под лампочками и софтбоксами, но видно, что светочувствительность, конечно, у A70 получше, да, прям вот чувствуется, и качество, мне кажется, тоже получше. Давайте соотношение по цвету, как вам цветокоррекция. Ну и как-то так. Записываю видео на основную камеру Galaxy A70 и Galaxy A9 2018 года. И давайте будем смотреть, что из себя представляют основные камеры в помещении пока что на данном этапе. Но, конечно, сниму еще видео в других местах. В целом, видите, на A70 какая-то идет медленная фокусировочка. Плюс ко всему, на Galaxy A9 можно включить двукратный зум, точнее, можно, в принципе, как-то так своеобразно оно так зумится. Эй, вообще, короче, переключило меня на максимальный. Ты чё, с дуба рухнул? Да, какая-то фигня с зумом, но вот так это смотрится на данном этапе. Так, давайте посмотрим непосредственно мой рабочий стол, текущее положение, и тоже как раз посмотрим на снимки. Немного ловит мерцание. Я не знаю, будет ли видно на готовом видео, но здесь на экранах сейчас ловит мерцание вот здесь от этого или... от этого софтбокса. Видите, как сильно мерцает. По крайней мере, на A70 видно четко, что мерцает, несмотря на то, что я пишу видео в 4К 30 FPS. Так, записываю видео на фронтальную камеру при освещении только одна лампочка. Вот видите, одна лампочка. И вот такое у нас качество. Конечно, сразу на экране видно, что на A9 больше шумов. Ну, по крайней мере, это на экране смартфона видно. Уже вам будет виднее непосредственно на ваших мониторах одинаково, потому что у них разные экраны еще сами по себе. Записываю видео на фронтальные камеры Samsung Galaxy A9 и Samsung Galaxy A70. Тут как раз на уличке такая хорошая погода, солнечно, ярко, и смогу вам показать, продемонстрировать разницу в качестве видеозаписи. Так, что можно сказать? Ну, во-первых, вы сможете послушать звук, какой звук на A9, а также вы сможете посмотреть и послушать звук. Нет, посмотреть вы вряд ли, а посмотреть видео и послушать звук еще на A70. И вот так это все выглядит. Давайте небо, 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 земля, земля, земля. Так, кажется, с винограда мне на руку спрыгнул паучок. Но таких паучков я не боюсь, поэтому не страшно. Ух, там воробьи кричат. Так, вот я зашел в тенечек, и в тенечке прям сразу зачетненько все, да, так хорошо прям. Ух, вы все видите, да, в отражении, в очках, как там все, норм. Записываю видео на основную камеру Galaxy A70 и Galaxy A9 2018 в максимальном разрешении 4К.
насколько я как бы посмотрел по настройкам. Давайте посмотрим на объекты красоты. Цветочки такие вот симпатичные. Давайте поближе посмотрим с фокусировочкой, детализацией. Что-то мне кажется, что А70 немножко в этом плане лажает. Так, вот еще мы посмотрим вот так. Да, как-то фокусировка на А70 похуже, да? Что скажете? Так, давайте запишу вертикальное видео, так будет более комфортнее и понятнее, по крайней мере, мне будет легче смотреть на фокус. Смотрите, тут у меня есть такой кроляшка, он в таком небольшом мини-вольерчике временном, пока мы такой забацали, быстренько сеткой обгородили. Ну, ему тут тенечек, там у него, видите, поилочка есть, и он себе кайфует. Так, что еще мы можем здесь наблюдать? Дорожку, травичку, лапы. Ну, в целом, качество съемки вы должны видеть сами. Нравится вам или нет, пишите в комментариях. Итак, вы посмотрели, я лично по своим наблюдениям могу сказать, что у А70 камеры значительно лучше. Практически во всех режимах выигрывает А70. Но неудивительно, потому что А70 более свежий девайс. Давайте я при вас еще сделаю как бы некоторые вот снимочки. Сейчас здесь есть подделка, которую делал мой сын. Итак, я сделал сравнительные снимки только на А70. Вместо включения камеры с двукратным зумом я просто приблизил на 2х цифровым зумом. И давайте будем смотреть на стандартную камеру фотография на А70 и на А9, на широкоугольную камеру и на 2х зум. Как мне кажется, что фотография на А70 получше. Что скажете, напишите тоже об этом в комментариях. Итак, друзья, я думаю, что на этом в принципе можно заканчивать сравнение. Получается так, что Galaxy A70 во всем практически лучше, нежели А9 и в процессоре, и в памяти, и в экране, и даже в камерах. То есть несчастье в четырех камерах, а заключается в том, чтобы эти камеры были качественные. Фронтальная камера также лучше, полезная площадь экрана также лучше, процессор более новый, то есть во всем смартфон лучше, нежели А9. Поэтому вы об этом теперь знаете и делайте соответствующие выводы, какой вам смартфон выбрать, А9 или же А70. А я на этом буду заканчивать свое видео. Спасибо вам большое за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, смотреть другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео.